Демократия? Демократия. Демократия этим людям не нужна. Они хотят не этого. Америка уже 100 лет сеет демократию среди других народов. И каждый раз это провал. У этих стран нет основ, необходимых для построения демократии. Таких мелочей, как мы должны быть толерантны с теми, кто не согласен с нами. Мы должны быть толерантны с теми, кто поклоняется другим богам. Журналист должен иметь право не соглашаться с президентом. А вы думаете, что можно просто вторгнуться в одну из этих стран, живущих по каким-то фундаментальным религиозным принципам, сбросить пару бомб, свергнуть диктатора и установить демократию? Не смешите меня. Люди не хотят свободы. Им нужны ограничения, правила, защита от захватчиков и от них самих. Людям нужен лидер, который может их поддержать и дать ограничения, чтобы не допустить хаоса. Вы даете им это, и они ваши. Этим я и занимаюсь.